Да, Виталий Милонов выходит с нами на прямую связь, депутат Государственной Думы от «Единой России». Здравствуйте еще раз. Здравствуйте еще раз, да. Да, ну, Виталий Валентинович, по поводу акции протеста, какое ваше мнение, что можете сказать? Ну, акция как акция, по большому счету. В любом обществе есть группы, которые протестуют. Нет в этом ничего такого сверхъестественного. И у нас не так сильно, как в некоторых европейских столицах это происходит. У нас нету этих жилетов, нету, слава богу, нету всяких БВМов нездоровых. Ну, знаете, я рад, что более серьезного повода для протеста нет, кроме как такой бунт, бунт тех, кому нечего делать. Все. Ну, реакция властей, она адекватная, на ваш взгляд, на то, что происходит с Алексеем Навальным сейчас? И в целом вот в этой акции протеста, насколько власти адекватно принимают меры, на ваш взгляд? Ну, я думаю, конечно, можно было бы построже отнестись к тем, кто, кто среди детей распространяет эти призывы. И считаю, что вот это самое большое негодяйство. Детям, детей нельзя вовлекать. И вот этих людей надо жестко наказывать. Просто вот жестко. Что касается тех, кто участвует в незаконных акциях, ну, по большому счету, эта реакция такая же, как и везде. Ну, мы, слава богу, хоть не пользуемся ни газом слезоточивым, ни резиновыми дубинками, не используем там пластиковые наручники, которым там людей стягивают руки. Нет, конечно, но если акция не согласована, если она запрещена, то участники ее должны быть, ну, каким-то образом либо не допущены на нее, а те, кто прорывается, ну, задержаны и наказаны. Ну, иначе это будет анархия, конечно. И у нас полно проходит согласованных митингов, их достаточно много. И, пожалуйста. Но ведь мы же сразу понимали, что это будет такое. Что вот его как вернули из Германии, он приехал, это все сразу было настолько запрограммировано. И единственное, мне жалко, почему мы должны тратить столько денег, чтобы охранять Навального, его здоровье, там, чтобы он случайно от чего-то не помер. Потому что если кому-то и нужно, чтобы Навальный помер, так это, естественно, демократам, либералам и западным спецслужбам. Потому что они смогут тогда мертвого Навального использовать более эффективно. Живой Навальный неэффективен, он уже не интересен. Навальный, по большому счету, вышел в тираж, и вот эта вот попытка их западного разворота там с новичком, ну, лишь ненадолго к нему интерес подогрело, все, он не интересен. Есть же другие люди, и его соратники уже тяготятся им, потому что он все одеяло на себя. Вот. Он, Албуров и еще несколько людей, ничего нового они давно уже не делают, поэтому, конечно, есть более молодое поколение оппозиционеров, которые, ну, может быть, что-то новое предложат. Но на ваш взгляд, все-таки вот этот выездной суд, который произошел над Алексеем Навальным в Химкинском УВД, все-таки вот как вы это оцениваете? Не настораживает ли вас такая практика? Потому что все произошло очень быстро, как мы видим. Так а это суд-то не был по существу. Не был суд, не рассматривал уголовное дело. Это был суд по избранию меры пресечения. Он происходит, эта мера избирается иногда и через телеконференцию, там это часто происходит. Там суд не рассматривает там совокупность доказательств. Есть факт, который суд принимает решение. Отправить под арест или не отправить под арест. Где происходит суд? Опять же, он происходит в разных местах. Это не полноценное заседание, где рассматривается уголовное дело. Это суд об избрании меры пресечения. Поэтому, что касается недовольство местом проведения, ну, а почему другие места, это очень часто происходит, и почему в других случаях нет этого недовольства? Если кто-то считает, что решение неправильно, у Алексея Навального есть полное право и огромное количество денег, и связей, и возможностей, чтобы его обжаловать, это решение. Он этого права не лишен. Вот. Почему никто не возмущается, что люди, которые только и делают, что собирают помощь якобы от людей, ну, живут безбедно. За время условного срока 20 с лишним раз побывали за границей. Я считаю, это несправедливо по отношению к нашим честным жуликам, которым дали условный срок. Так они в другую деревню выехать не могут, нельзя. А этого 20 с лишним раз
согласовывали зарубежный вояж. Он же нигде не работает, ничего не делает. Вот в Америке таких людей не любят, потому что они говорят, откуда у вас деньги? Почему вы живете на нетрудовые доходы? Он налоги не платит, а по факту это то, о чем он сам говорит, что чиновников надо проверять не только на доходы, но и на расходы. Так вот он сам один из первых такой. Парень совершенно не безбедно проживает, отправил свою эту глупую дочку учиться в Америку. Вот. На какие шиши? Вот. Я думаю, что в Америке такие люди как раз сидят в тюрьме. И никакого права на какой-то протест точно не имеют. Что значит Алексей Навальный для российской власти сегодня? Потому как мы видели, как его встречали, самолет сначала должен был приземлиться в одном аэропорту, потом улетел в другой, и в целом было очень много ОМОНа. Некоторые аналитики высказывали мнение о том, что для власти российской было бы просто выгодно, учитывая, что они всегда называют его блогером или там, берлинским пациентом, было бы выгодно просто проигнорировать его приезд. Почему такое повышенное внимание было, учитывая, что Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, регулярно говорит о том, что Навальный не имеет никакого значения, и о нем и Владимир Путин, и его окружение в целом не думает. Действительно так. Знаете, думать о Навальном, я думаю, вот уж у Путина точно нет никакого времени и желания. То, что Навальный является таким мелким, но очень вонючим клопом, ну, наверное, да. Здесь я согласен, что ради того, чтобы те 60 или 80 человек, которые его встречали, не создали ажиотаж, ну, возможно, какие-то меры предпринимаются. Опять же, меры, которые в отношении Навального предпринимаются, это, ну, меры абсолютно стандартные для таких ситуаций. И, опять же, мне бы очень было бы интересно, если бы с Навальным я бы мог поспорить по существу, хоть о чем-то, ну, какие-то идеи обсудить. Ведь Навальный – это просто такая реинкарнация базарной бабы, которая там говорит о том, что у других что-то жирнее, чем у нее. Неинтересен. Вот серьезно, вот я не могу сказать про Пескова, я с ним не знаком лично. Но вот мне Навальный вообще не интересен ни разу, мне интересна система. Навальный сам по себе не человек. Навальный, ну ведь мы же знаем, что в этом году будут выборы в парламент России. Мы прекрасно знаем, наши спецслужбы, мы знаем, как будут активно участвовать американцы и частично европейцы в этом процессе, в том, чтобы каким-то образом повлиять на выборы. Они мечтают, чтобы в России было как с Белоруссией, чтобы какая-то глупая дура Тихановская, вот, безмозглая просто, вот, ну реально безмозглая, смогла бы там кем-то стать. Вы сейчас оскорбляете, это же тоже некрасиво, согласитесь. Я не оскорбляю. Тихановская глупая дура. Это мое оценочное суждение. Потому что я считаю, что... Это утверждение, вы говорите глупое... Не добавляйте, по-моему. И Тихановская должна знать, что она дура. И она недостойна быть руководителем Белоруссии. Она, понимаете, человек, который оппозиционер, там, Навальный, не Навальный, еще куда ни шло. Но Тихановская, это же... Польская проститутка. Реально. Да, все-таки это давайте не будем оскорблять. Это же можно... Врага, да. Она не стала бороться за свою родину. Она сбежала жрать польские пирожки. И для меня это человек вообще не человек. Вот. Виталий Владимирович, мы все-таки призываем вас не оскорблять. Не оскорблять в нашем эфире. Они заслуживают лучшего лидера. А Навальный вообще не лидер. Оставьте вы нас с этим Навальным. Потому что он на Западе интересен в 1000 раз больше, чем в России. Так почему тогда, Виталий Валентинович, если он не интересен России, почему так встречают его с помпой в плане и правоохранительные органы, и силовики, самолет постоянно перелетает? Всех хулиганов и провокаторов встречаем не с помпой. Не надо путать помпу в русском языке и меры предосторожности, потому что когда приезжает мешок с дерьмом, то приезжает ассенизатор. В данном случае приехал Навальный, приехала полиция, которая сделала так, чтобы несколько его маньяков, которые его окружают, не нагадили там, не зарисовали московские туалеты. Вот что делается, и все. Навальный для нас не является политическим вызовом. Это, ну, некий фактор. Понятно, что этот человек не имеет права называться политиком. Он живет на западные деньги, он не живет на русские деньги. Его кормят и поют с европейских ложечек. Он как Тихановская, но, понятно, не такая. У него мозгов чуть побольше, потому что он дольше, ну, он уж не совсем марионетка, да, но он там просто
Петрушка, но не марионетка. А что касается расследования про дворец Владимира Путина, предполагаемый дворец Владимира Путина, кстати, смотрели и что думаете об этом? Смотрел. Ну, во-первых, мне неинтересно. Я думаю, что это интересно либо прыщавым анонистам, либо это интересно каким вот это либеральной интеллигентствующей публике, которая... Почти 60 миллионов просмотров, то есть получается много... 60 миллионов просмотров – это не 60 миллионов людей. Мы прекрасно знаем, как YouTube и американские корпорации помогают Навальному вываливать его ролики в тренды и накручивают ему просмотры. Сколько угодно. Ну вот серьезно, среди моих знакомых, которые очень разной политической ориентации, политических, так сказать, взглядов, ну ни у кого это не вызвало интереса. Потому что, ну, опять же, вы живете в Прибалтике, и вам кажется, что это интересно России. Я понимаю, что в Прибалтике больше, любое здание больше, чем хижина 4×4, оно кажется большим. Но это не так. Понимаете, это не так. Вот, ну, слушайте, какой-то дворец. Понятно, что это не дворец Путина. Вот это любому русскому человеку это известно. Вам, может быть, там дворец там очередного премьер-министра какого-нибудь прибалтийского государства, он может быть интересен кому-то. У нас понятно, что ни в дворец, ни в резиденцию президента, ни в резиденцию президента Соединенных Штатов или так далее, просто так с камерой не зайти. Понятно, что это, ну, просто картинка. Просто картинка, которая должна позлить кого-то. Вот. Я, знаете, я был во многих местах, я знаю, что можно там делать, что нельзя. И чтобы какой-нибудь там либерал, так сказать, в шортиках с волосатыми ножками и нетрадиционной сексуальной ориентацией ходил бы со своим сраным айфончиком и снимал бы место, где живет там высшее должностное лицо государства, это невозможно. Это невозможно по определению. Поэтому то, что вам показали, я считаю, что каждый человек, который посмотрел этот фильм и сказал, что это правда, идиот. Ну вот просто это способ назвать себя кретином, потому что любой нормальный человек поймет, ну, конечно, сделали, пропаганда, агитка для кого-то, но это просто агитка. Хорошо. Дети посмотрели, 14-летние, они бывают, ну, дети, они же еще недостаточно необразованные, неумные, они ходят, едят в Макдональдсе, в Бургер Кинге, им нравятся айфоны, ну, то есть они еще делают глупые какие-то шаги, решения. Даже в Starbucks некие ходят и пьют вонючий кофе, который совершенно невозможно пить. Ну, вот. Но дети есть дети, но взрослые люди тоже должны иметь хоть какие-то мозги, чтобы отличить фейк от не фейк. Вопрос да. от нашего зрителя уже в завершении включения. Российская власть спрашивает, он может общаться с несогласованным народом без дубинок и оскорблений? Я думаю, что российская власть никого не оскорбляет никогда. Вот. Если я назвал Тихановскую дурой, то я назвал ее, потому что она предатель белорусского народа, который является братским дура народом. И предатель – это разные вещи, Виталий Леонидович. Секунду. Дура. Значит, предатель не... Да, разные мнения звучат на нашем канале. Надо сказать, кто-то из наших зрителей солидарен, а кто-то крайне негативно относится к тому, что у нас на канале могут звучать мнения разных наших гостей. Да, Виталий Иванович, ну вот в завершении уже включения, отвечая на вопрос нашего зрителя по поводу оскорблений и дубинок, что можете сказать? Людей нельзя оскорблять. Если вы взбудоражились насчет польского, прибалтийской проститутки Тихановской, ну да, она дура. Ну, феноменальная. Ну, и можно послушать, что нельзя, она говорит. Все-таки. Нет, нельзя оскорблять женщину. Ну, просто это ей в помощь. Это в помощь ей. Я хочу помочь Тихановской. Замолчи, не открывай рот. Там, готовь котлеты лучше мужу, серьезно. Не так открывай рот. Он в тюрьме сидит. Ты как идиотка. Она может ему готовить? Его же посадили. Понимаете, она клиническая идиотка, серьезно. Мне жалко. Белоруссия и Россия – это одно государство. И мы не допустим, чтобы всякие лжедмитрии и польские проститутки шлялись, как будто они нормальные люди, и пытались становиться руководителями. Это не так. Пускай да, спасибо вам, но вот время нашего включения подошло к концу. Спасибо, да, Виталий спасибо. Милонов был Виталий с нами. Виталий Милонов был с нами на прямой связи. Благодарим его за мнение.